Все мамы знают, насколько важно подобрать для ребенка правильный рацион питания. Не переборщить с солью и сахаром, выбрать правильные продукты и рецепты. Если вы до сих пор в поисках, то читайте ниже. Предлагаю вам узнать о том, как приготовить детский суп на говяжьем бульоне. В нем нет лишнего жира, непонятных ингредиентов и обжаренных овощей. А еще сделайте сами лапшу, чтобы точно быть уверенным в составе. Не бойтесь, тесто замешивается очень просто, а потом вам необходимо его нарезать. Бульон доведите до кипения, выловив жир черпаком. Затем в него добавьте нарезанный картофель. В это время морковь натрите на мелкой терке, а сок отожмите в отдельную посуду. Теперь сок смешайте с солью, желтком и маслом. Так мы сделаем тесто. Далее добавьте воду и муку. Замешайте плотное тесто. Мелко нашинкуйте лук, чеснок и морковь. Отправьте овощи к картофелю. После этого засыпьте лапшу в бульон вместе с лавровым листом. Через 5 минут полезный суп будет готов. Приятного аппетита!